Всем привет, ребят, с вами я, снова я, на, и сегодня я продолжу играть в Super Cats, которую вчера я не допроходила. Вот, наконец-то. И маленько на кончик. Наконец-то. Прошли. Наконец-то. Давайте проходить дальше. Карманный камень. Ай. Ну да. Ветряная бухта. Ну, пожалуй, ветряную бухту. Тебе должен делать сердце с легендой огромной рыбы. Это моё место. Это было что-то построено на месте древних развалин. Купить можно жизнь, а не обрести себе жизнь.
одноразовые. Удачи! Посмотри, какие трюки я умею руина один. А вот и босс. Вот я же говорила, надо сначала получить тильного кота, потому что он хорошо плавает и быстро под водой. Поэтому нужно тогда собирать эти колокольчики, монетки и ключ. Вот. Вот на руине 2. И вот это новый персонаж. Котик водяной. Я бы так сказала. Ай. Понятно. Может быть, рыжего. Нормально, да? Нормально я прохожу. Течение не является для меня проблемой. Ну вдруг, да. Замечательно, прошли. Теперь мы проходим какие-то уровни. Вот карман на камнях. Будем проходить. Может быть, это и он. Thank you.
находим, значит, этот. Ветряную бухту. И берем, значит, вот водного. Вот. И типа прыгаем. И прыгаем. Да я же говорила то, что он хорошо плавает. Ну течение-то помех. Все уже собрано в этом уровне. Вот, вот на руина один. Опа, а вот и дополнительный уровень. Вот и дополнительный уровень. Вот, уровень пройден. Это, кстати, сосчитай рыбок. Это, кстати, секретный уровень был. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Блин. Двадцать три, двадцать пять. И двадцать одна. Ну, я думаю, что 21. А, нет. 25. Не хочу вернуться обратно. Не-не-не-не-не-не-не. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Так, двадцать три. Ой, я угадала. Хоть я где-то победила. Да, их точно было 23. Мы проходим дальше. А, вот на руины. Ну что, проходим. Ай. Ай.
Да. Проходите 53. Большой проводник. Ребята, ребята, не хотите заработать целых 5000 рублей? Вот возьми, смотри. Да. Ай. Проходим. Каньонные врата. Это рассказывай мне заняться. А? Да вы, пожалуйста, в каньон самородков. О боже. О, похоже, это достаточно ракучка, чтобы пройти. Будь осторожней. И первый вперед. Yes. Волновая паника.
выключить ей с таймерами. Так, ребят, мы продолжаем. Понятно. Нужно как-то получить ученого кота, который здесь прям находится. Выходим. Да, почти 100 секунд. Точнее, да, минута. Озеро в каньоне называется. Так, летучие мушки. Замечательно, блядь. Ну что, ребята, и проходим. Что ж поделать.
в Софику увидим. Следуем указаниям. Ничего не понятно, но очень интересно. Опять перепроходим. Очень прошли. Ну, это озеро в каньоне. Это же тот самый чудик из какой-то игры. О, золотая шахта. Сейчас мы выберем, что золотая шахта называется. Во, вход. Добро пожаловать в золотую шахту. Ну, опять. Так, тут золото. Понятно, будем выхода ждать. Во, на линии озера есть подводы. Пасеки. Да и покулистка. Ай. Ну-ка, шахтёмок. Я уже влюблена в тоннели. А не-не-не, я с тобой сначала не познакомлюсь, я не собираюсь пока знакомиться с тобой, чугуныш.
внизу достаточно темно. Будь осторожна. Они... Это только не пойду, не. Это там геоя, блядь, никуда не пойду. А, это выход. А хорошо, иногда приготовь свежего воздуха. Не забывай, даже хочет. И пойдемте теперь на своего нового друга. Который сверху. Все фильмы. Как его там? Наконец-то его, золото. Я знаю, как срезать путь. Это за мной. Куда, блядь? Куда? Ну и ладно. Выход-то там. Куда? Так. Так, а где мы тут барабанчик забыли? По-моему, здесь, нет? Берем. Берем вот это вот, Сашка. Черныша. Или пытаться сказать. Ой, я бы его так называла. Черныша. Ай. Еще хорошо. Ой! Поехали. Ай. Ух, да. Замечательно, успела. Ай. Опускайте. Чего замечательно? Пещера летучих мышей. Вот, не зря. Все, идем, значит. Я сдохну. Фух. Прошлись. Кто выживет? Кто... Зато кто выживет по стране. Не шо, Саша. На этом пока шо все. Остальные уровни пока не буду проходить. Да, в снежных горах я получу нового персонажа. Здесь, по-моему, тоже. А нет, я получу здесь. Вот здесь, вот в Тюбер. И уже конец. Да. Еще по уровню, да и все. Мне уже почти даже шахту закончила в конце, наверное, боже мой. Но это печально. Я бы так сказала. А здесь, по-моему, они не здесь. Там, тут где-то будет еще один секретный уровень.
Ну, на этом все. Всем пока.